папка или мама, жизнь, которая случилась. Вероятно, это много, если что-то не сложилось, и несложенное мучает, несказанной смертной мукой, видно, жизнь чему-то учит, ну а боль тому порукой. Всегда приятно, если любишь это дело. Но я думаю, логичнее захотеть оставить тело. Это значит типа баста, для кого-то слишком много. И пока не склеил ласты, уноси хотя бы ноги. И пока не склеил ласты, уноси хотя бы ноги. Что-то не сложилось. Не скажу, что это смелость, но уж раз так получилось, что нам жизнь дана такая, словно это наказание. Жизнь-то наша, ведь мы сами стали чьим-нибудь созданием, и создателям пора бы наконец-то нам разобраться, что в конце концов случилось вместо, чтобы нам кидаться. Тогда еще нас можно будет с чем-нибудь поздравить.